Уважаемые шебекинцы и гости нашего города, не пропустите! 4 июля с 9 до 16 часов Дворец культуры приглашает на распродажу в связи с ликвидацией оптовых складов города Москвы и Республики Беларусь. Большой ассортимент трикотажа для взрослых и детей коллекции «Весна-лето». Футболки, дачные и домашние костюмы, халаты, ночные сорочки, платья, сарафаны, туники производства Иваново, Тамбова и Беларуси. Большой выбор полотенец и постельного белья. И специальная акция от Республики Беларусь. Брюки и платья от 500 рублей и все блузки от 300 рублей. Для вас, мужчины, брюки и пиджаки от 500 рублей, футболки от 180 рублей, спортивные штаны от 220 рублей. Успейте за один день. Количество товара ограничено.